Коровка Конни. Художник Роман Рыбакевич. Композитор Джозеф Роя. Режиссер Джозеф Фициано. Прекрасный нюх Патча. Какой прекрасный день! Хорошо бы поиграть с друзьями в лесу. Будь умницей, Конни, не задерживайся. Смотрите, это Конни, надо ее догнать! Конни, привет! Привет, Уолли! А где Грауч? Ах да, он пошел за клубникой! Клубника! Надеюсь, он принесет для всех! Грауч разыскал кустики клубники, но там уже побывали муравьи. Эй, ребята, клубники всем хватит на неделю! Там не осталось ни одной ягодки. Ничего, я думаю, что мы сможем найти клубнику. И вот что, Грауч, я знаю, кто нам может помочь. Да, и кто же это? Патч, у всех собак хороший нюх, а у него он очень хороший. Конни была права, у Патча действительно был хороший нюх. Но сегодня был какой-то странный день. Как он ни старался, ничего учуять не мог. Привет, Патч! Нужна твоя помощь! У тебя хороший нюх. Помоги нам, пожалуйста, найти клубнику. Я бы с радостью, Конни, но сегодня я ничего не могу учуять. Мой нюх исчез. Что Патч сумеет найти эти розы. Они так пахнут. Послушай, Патч, почему бы тебе не попытаться найти розы, которые так прекрасно пахнут? Розы? Кажется, я их уже учуял. Ура! Нашел! Боюсь, что его нюх не так хорош, как нам казалось. Бедный Патч, как жаль, что он больше ничего не ощущает. У меня идея! Я знаю, как помочь Патчу. Конни решила разбросать фрукты, чтобы Патч легко мог их найти. Давай, Патч, я уверен, если ты постараешься, то найдешь фрукты. Он прав. К тому же ты должен помнить, как пахнут яблоки. Ты их найдешь. Яблоки? Не помню. Надо попытаться. Какой ужас, какой ужас! Кажется, нюх потерян теперь навсегда. Что ты, Патч? Не расстраивайся. Давайте лучше поиграем в прятки. Мы спрячемся, а ты будешь нас искать, хорошо? Хорошо, давайте поиграем в прятки. Патч по очереди обнюхал всех своих друзей, чтобы потом их найти. Но сколько он не искал, как не обнюхивал все вокруг,
найти никого не сумел. Это безнадежно. Я даже своих друзей не могу найти. А ты не простудился? Что значит простудился? А может быть, у тебя заложен нос, и поэтому ты ничего не ощущаешь? Может быть, а что я должен сделать? Можно вылечиться веточкой эвкалиптового дерева. Что еще за эвкалиптовое дерево? Генри рассказал Патчу о лечебных свойствах этого дерева и убедил его, что оно ему поможет. Какой резкий запах! Теперь мой нос все ощущает! Нюх опять вернулся! Спасибо тебе, Генри! Патч был очень рад тому, что Нюх вернулся. Эй, Патч! Ты выглядишь таким довольным, почему? Ко мне вернулся мой Нюх! Я опять слышу все запахи! Ух ты, Патч! Это чудесная новость! Давайте опять играть в прятки! Да, давайте поиграем! По-моему, пора возвращаться домой. Собирается буря, и скоро пойдет дождь. О чем ты? Какая буря? Такая прекрасная погода! Мой нос в порядке! Он меня не подводит! Но если ты так говоришь, мы тебе верим. Пойдем домой! Конни с друзьями отправилась домой. Вскоре действительно пошел дождь. Лес обрадовался этому. Дождь освежил реки и озера, полил травку, кустики и деревья. Ой, Конни, не стой под дождем, промокнешь. Зайди в дом. Отряхнись, Конни. Где ты была сегодня? Помогала Патчу вернуть Нюх. Конни рассказала родителям обо всем, что случилось с Патчем. А на улице с зонтиком бегал Грауч. Как я не люблю дождь! На русский язык фильм дублирован студией «Пилот» по заказу Nox Kids. Киев, 2003 год.